Графство Норфолк в Англии славится своей историей, экологическим благополучием, замечательными пейзажами и памятниками архитектуры. Одним из поводов для гордости также можно назвать старинную британскую школу Gresham School, одно из лучших учебных заведений в Англии. Именно туда мы с вами сегодня и отправимся. Привет, друзья! Я Адиль, специалист в области зарубежного образования компании Moriarty. Наш тур по британским школам продолжается. Я уже перестал считать, сколько школ я посетил, и не только в Великобритании. Сбился счет. Думаю, как минимум сотню, может быть и больше. От колледжей открытого типа до традиционных британских школ. От однополых школ до смешанных. От суперрейтинговых до неселективных. Пройдите на наш YouTube-канал после просмотра этого видео и поймете, что я не шучу. Наша сегодняшняя остановка в этом выпуске – это Gresham School. Такой общий видеообзор. О подробностях и о других альтернативных вариантах школ Великобритании не только мы с вами уже поговорим во время вашей бесплатной консультации, получить которую вы сможете, оставив заявку на одном из наших сайтов. Ссылки будут в описании под видео. Итак, Gresham School. Школа была основана еще в 1555 году как школа только для мальчиков, а в прошлом веке стала принимать и девочек в том числе. Она входит в топ-50 учебных заведений Великобритании и в топ-30 школ с программой IB. Некоторые поступают в эту британскую школу в совсем раннем детстве и оканчивают ее в 18 лет. При Gresham School действует даже свой детский сад. Учеников здесь 800, преподавателей около 100. Академическая успеваемость очень высокая. Не зря 98% выпускников поступает в самые известные и престижные вузы страны всего мира. Около 70% школьников получает на экзамене A-Level оценки от A-Star до B. Свыше 50% учеников сдают GCSE на баллы A-Star до A. По IB средний балл составляет 34,2. Особое внимание здесь уделяют преподаванию иностранных языков. На выбор предлагаются французский, немецкий, испанский, итальянский, японский языки. И также есть греческий и латынь. Здесь стараются развить у ребенка исследовательские навыки и критическое мышление. Академ результаты этой школы, конечно, впечатляют. Но нельзя выбирать школы в Англии только по академическим показателям. Кто это делает, очень часто потом об этом жалеет, в большинстве случаев. Чтобы узнать почему, я вам очень советую посмотреть отдельное видео по этой теме. Тогда как же поднимают некоторые школы эти академические показатели? Один беспроигрышный вариант – это стать селективной школой. Изначально набирать детей ботанов, которых заставлять учиться особо не нужно, они сами учатся, сами по своей собственной инициативе сидят в библиотеках. Великолепная маркетинговая стратегия, вам не кажется? Ссылка будет в описании под видео, обязательно посмотрите. Там же будут подсказки того, как можно связаться с нами, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением. В школе Gresham School очень заботятся о безопасности детей. Это отмечают независимые комиссии. Традиционно большое значение придается дисциплине. И как всякая британская школа с традициями, Gresham School заботится о гармоничном развитии детей, предлагая им огромное количество кружков, секций, дополнительных занятий и так далее. Школа прекрасно оснащена. Здесь есть отличные лаборатории, целый биологический корпус, прекрасная библиотека с экземплярами старинных книг. Ведь 16 века она не раз пополнялась. Работает театр и музыкальный центр, есть школьный оркестр, хор, танцевальные классы. Дети могут заниматься на классической и электрогитаре, арфе, скрипке, виолончели, контрабасе, фортепиано, органе или саксофоне. Словом, творчество ничем не ограничено. Кружки и клубы предлагают занятия шахматами, рисованием, фотографией, поэзией. Работает клуб программистов и дискуссионный клуб.
Школьники участвуют в борьбе за престижный приз герцога Эдинбургского, где нужно проявить туристические навыки, физическую и психологическую подготовку. В Gresham School работает множество спортивных секций. От плавания до яхтинга, от футбола до крикета, от тенниса до боевых единоборств. Можно заниматься хоккеем, верховой ездой, баскетболом, стендовой стрельбой и регби. Разнообразие факультативов, клубов по интересам, огромное количество спортивных секций – это одна из изюминок британских школ-пансионов. Мои дети родились в Англии и, конечно, уже учатся в подобных школах. Если будет интересно узнать, в каких и почему, расскажу уже при личном знакомстве. Пока смотрим дальше. В школе есть 25-метровый крытый бассейн, крытый 8-полосный тир, большой спортзал, более 30 теннисных кортов, 7 полей для регби, лодочная своя даже станция. Действует филиал британского клуба подводного плавания. Среди выпускников Gresham School есть спортсмены мирового уровня, а преподают здесь опытные, конечно, тренера. Живут ребята в удобных резиденциях, 3 для девочки, 4 для мальчиков. Старшеклассникам предлагают одно или двухместное размещение, остальные живут втроем или вчетвером. Санузел почти в каждой комнате, есть общие гостиные, кухни, прачечные. Действует отличная столовая. Здесь предлагают вкусную и полезную пищу. Район Норфолка считается экологически благополучным районом, даже по строгим европейским стандартам. Так что местные продукты отличаются высоким качеством. Ссылку на отдельный выпуск, посвященный именно питанию в британских школах, тоже поставим в описании под видео. Но правильное питание – это самый главный вопрос для всех нас, как родителей. Мы же всегда переживаем. То есть еда, она в английских школах отличается. Может показаться в самом начале после. Между домами часто проводятся соревнования. Спортивные или даже интеллектуальные. Кроме того, Gresham School предлагает множество поездок, экскурсий, участие в концертах, фестивалях, состязаниях. Это все считается не менее важным, чем учеба. Потому что цель не просто дать ребенку знания, но и вырастить разносторонне развитую личность. У детей развивает лидерские качества, умение работать в команде. Если вы считаете, что Gresham School идеально подойдет вашему ребенку, не торопитесь пока подавать заявку. В маленький ролик просто не поместятся все особенности той или иной школы. Хороших школ в Англии очень много, но подобрать именно ту, где будет хорошо конкретному ребенку, можно сказать, практически искусство. Поэтому стоит поговорить с профессионалами. Компания Мариади больше 15 лет работает в этой сфере и готова показать вам все плюсы и минусы любого учебного заведения. Консультации бесплатны, а наши сведения о школах просто бесценны. Так что пишите и звоните нам. Мы всегда рады знакомству. Пока! Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.